Матильда. Дантист не по своей воле. Хто б что ни казал, а наш ручай тепер чистейший, чем у моей молодые годы. Нават раки сюда вернулися. Плыву я одночи с паречи у Жабацевичи и бачу, як один из них подстригает зеленую огороджу. Неверогодно! Какие у вас умелые клюшни! Вы могли б выраблять бижутерию и ремонтовать ходинники. Спадарыня Матильда, любый бизнес рызыкоўный. Не будьте таким ретроградом, спадар рак. Перадусім даяте задний ход. Наперед! Назад, а не кроку! У наступную неделю я пошла у сафари-парк. Усе звяры грэліся на сонейку, и только крокодил лил крокодиловые слезы. Что с вами здарылася? От вельми зуб болить. Бачу. 24-й у горы слева. Коли вы крыху потерпите, я покличу выдатного дантиста. У меня до вас деловая пропанова. Станьте дантистом, это золотое дно. Это спадар доктор Рак. Коли дозволите, он зазерни вам у самое нутро. Это не болюча. Мне еще николи зубу не вырывали. Мы сделаем вам обезболивание. Я дала ему снотворного. Рак вырвал зуб так спрытно, быцем бы робил это что дня. Что это вы зробили? Вы ж доктора проглынули. Выбачайте, я ненаумысно. Мы зараз же мусим его достать. Раскрыйте рот и не закрывайте, коли ласка. Спадар Рак, вы там? Отгукнитесь, а? Я вам кину мобильник. Что? Автомобиль? Да не, телефон. Разумеете? Это качка, прием. Як чуете? Прием. Чую. И шкадую, что вас послухался. Не лямантуйте. Хиба вы не чули про Іону? Его проглынул кит, и ничего, живы вылез. Придумала. Кину вам туда нечто железное. Вы за это ухопитесь, а я вытягну вас магнитом. Увага! Тримайтеся моцно обедвума клюшнями. Зважай! Руш! Гэтак не пойде. Мой страуник не железный. План не вышел. Але у меня есть лепший. Вытягнем его тросом. Спадар Рак, вы меня чуете? Спадар крокодил зробить ласку и проглыне трос с крючком. Вы за его зачепитесь, и я вас вытягну. Ну, хлопцы, поехали. Отчепитесь от меня. У меня еще здарыца страуниковый нервоз. Я уже и не такое перетраулял. Перетраулю и рака с телефоном. Ни в каком разе. Ситуация надзвичайная. Звоню в кризисный центр. Охоткою у полицию, оборонцам живелы. Яны вам покажут. Покажут вам.
Супакойтеся, доктор. Калі вы трапілі туды, то трапіце і адтуль. Чаму я вас вучыла? Наперад, ні кроку назад. Якое наперад, гэта не для мяне. Калі я ў бядзе, то мушу толькі адступіць. Мне ў горле казыча. Я не ведаў, што быць зубным лекарам так рызыкоўна. Найлепша гаспадарства. Ну, я таксама бадай пайду. Рада была пазнаёміцца. Момант, а як жа мой зуб? Яго ж вам даўно вырвалі. А ведаеце, мне і сапраўды больш не баліць. Нават захацелася нечага смачненькага. І кінуў на мяне такі небяспечны закаханы погляд. Я не марудзіла і ўзляцела ўгару як ракета. Рак меў рацыю. У небяспецы найлепш даць задні ход. Пераклад Макс Шчур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.